Всем привет! Вы снова на канале «Любимая еда». Не только не в магазине «Фикспресс». Смотрим новинки. Вижу, какие новые появились мялки. Ароматизированные. Так, вот это с ароматом яблока. Есть с ароматом ванили. И так далее. Это разное. Звеята такие разные. Очень классные. Так, это аромат кофе, котенок. Очень классно. Прям супер. Так, ну я не знаю, сколько цена. Либо 77, либо 99. Так, вижу такой вот набор кистей с резервуаром для воды. Так, цена 55 рублей. Ручка такая в подарочной упаковке. Опять ценника нету. Смотрится красиво. Так, все чернила синий. Ручки в двух вариантах вижу. Так, ну такой, наверное, скорее всего, 99 рублей. Так, карандаши простые, 4 штуки с точилкой. Вот такие вот по 55 рублей. Подарочный набор вот такой вот есть. Ручка и блокнот, 64 листа. Кактусы. Такие вот ламы. Фламинго. Все только выложили, опять нет ценников. Спросить не у кого. Так, вот такой вот есть. Это у нас подарочный набор. Планшет 80 отрывных листов. Гелевая ручка. Так, здесь ручки нету почему-то. Вот так это выглядит. Набор линеек 3 штуки. Вот такой вот. 15, 20 и 30 сантиметров. Линейки прозрачные, разные цвета. Набор фигурных точилок с контейнером 4 штуки. Вот такие вот. Цена 50 рублей. Вижу еще такой вот набор точилок. Тоже цена 50 рублей. Вижу такую новинку. Столик, подставка универсальный. Так он выглядит с отделениями. Можно что-то сюда класть. С другой стороны. Так, он на ножках. Как бы вам показать. Не вытащу так, наверное. Хотя, тут так много всего наставлено. Сейчас я попробую достать. Как всегда, у меня все упало. Так, вот такие вот ножки. Так, состав у нас, что тут, на пластик. Так вот выглядят ножки. Ой, цены нет, спросила, сказали, не знают. Скорее всего, либо 199, либо 249. Уточняйте в магазинах. Цвета вижу бежевые и серый. Ставим на место все. Идем дальше. Щетка для чистки барбекю. Такая вот, 149 рублей. На ручке. Тут такая щетина жесткая. Вот такая вот новинка. Так, еще есть набор для барбекю. Вилка, щипцы, лопатка. А, цена щетки, я забыла сказать, 149 рублей. Так, такая вот вилка, щипцы, лопатка. Ну, все такое достаточно хлипенькое. Ценника нет, наверное, тоже 149 рублей.
либо 199. Есть такая вот новая новинка. Минажница со шпажками от Kitchen. Удобна для подачи различных закусок. Дальше сами читайте. Сейчас покажу на картинке, как она будет выглядеть. Вот такая вот прелесть. Смотрится красиво. Тут кто-то уже открывал. Не знаю, чуть-чуть покажу. Такие вот внутри шпажки. Так, сама она. Давайте уж достанем сейчас. Покажу поближе. Вот так она будет выглядеть. Смотрится красиво. Видно, да? Так, цена такой минажницы 249 рублей. Сейчас уберу на место. Такое появилось новое блюдо стеклянное, 30 сантиметров. Цена 249 рублей. Вытаскивать не буду. Все плотно запечатано. Ну, на картинке так видно, как будет выглядеть. Это вот такие вот новинки. Так, вижу еще вот такой набор. Сейчас покажу. Ой, какие новинки классные появились. Вот такой вот набор. Это набор специй на подставке. Цена 199 рублей. Тут солонка, перечница и салфетница. На такой вот деревянной подставке. Сейчас, секунду. Так, сейчас посмотрим, что там у нас делает Kitchen. Так. Состав, керамика, сосна. Видно. Красивая штучка. Да, интересная новиночка. Сейчас посмотрим еще дальше кое-что. Такой вот есть тоже из этой же серии набор банок на подставке. Две штуки. Цена 199 рублей. Смотрится прекрасно. Такие сегодня замечательные новинки. Вот они с крышечками. Все запечатано на деревянной подставке. Тоже делают Kitchen. Так. Керамика, сосна, то же самое. Так, крышки есть розовые, вижу, и желтые. Сейчас желтый покажу, тут просто неудобно. Вот такие вот желтые есть. Замечательные новинки просто. Вот еще такая новинка от Kitchen. Бульонница с ручками и блюдцем 500 мл. Вот так вот выглядит. Так, цена у нее 249 рублей. Вот такая вот красивая бульонница. Выглядит супер. Ну, по крайней мере, на коробке. Я не знаю, открывать не буду. Так. Состав доломит. Вся информация перед вами, можете почитать. Кому интересно. Да, это я сегодня удачно зашла, такие новиночки. Так, это у нас что такое? Еще что-то вижу. Ой, я так не могу. Салатник. 2 литра. 199 рублей. Вот так покажу на коробке. Очень неудобно. Тут еще расфасовывают все. Коробки стоят под ногами, тележки. Так вот покажу, как могу. Большой салатник. Ну, кого заинтересует, приходите и смотрите. Были такие тарелки с сердечками. Их все сейчас разобрали, по крайней мере, в нашем магазине. Сейчас появились такие блюдечки в виде сердечек. 13,5 сантиметров, 50 рублей. Вот такое блюдце. Так, состав опаловое стекло, естественно. Вот, осталось тоже две штучки, быстро разбирают. Это, из этой серии еще салатники. Но я уже это показывала. Такие вот салатники. Кто не видел, на 1 литр. Тоже опаловое стекло от Kitchen. Тарелки разобрали. Может быть, еще завезут. Так, вижу новинку тоже. Такие вот стаканы. Высокий вот такой вот. 230 мл, 55 рублей. С цветочками, с такими вот. И вот такой вот низкий стакан есть. Тоже 50 рублей, 250 мл. Такие вот стаканчики красивые. Все, дорогие друзья, на этом заканчиваю обзор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока-пока.